Привет всем! Как сделать очень просто изящную такую контрольную лампочку. Вот контрольная лампа, вот, очень простая контрольная лампочка. Видите, здесь тонкий провод медный, просто провод, который идет от видеомагнитофона, что ли. Лампочка простая, от заднего поворотника девятки провод, маленькое сечение. Здесь просто его как бы зачистил, вот так же зачистил, обмотал, получается, вокруг лампочки вот так вот. Вот лампочка, низ лампы вот так вот, так, низ вот так вот обмотал у лампочки. То есть так вот, и так припаял. Потом к низу, вот к жопе лампочки, здесь такая пимпочка, припаял уже вот этот провод, вот этот большой провод, припаял к жопе лампочки, и все, залит сделал, здесь вот так вот зачистил красиво, и все. И этот один конец к минусу, другой к плюсу, и лампа будет, контролька будет гореть. Сейчас даже вам покажу, если, конечно, вам будет понятно схему. Да, конечно, надо подготовиться, прежде чем это снимать. Это, да. Вот схема, сама проволока. Стержень, лампочка, здесь вот припаял, минус, вот на это пошла лампочка, но краба кронштейна нету. Вот так вот скрутка, кстати, вот скрутка, вот она скрутка, она находится на вот с этой стороны, вот с этой стороны, вот такая же вот проволока. Вот так вот я это сделал, обрезал, и вот скрутку вот скрутил, как бы, так вот накрутил под проволоку, чтобы она потолще была, и паяльником припаял. И уже паяльником припаял к жопе лампочки. К жопе лампочки. И все, и получилось. Такая контролька. Вот такая красивая, маленькая. Тык-тык, она загорается. И можно проверить все что угодно.